Привет, богатыри! Обзор еды из ларька. Ну, относительно дешевый. Не сказал бы, что она мега дешевая. Так, манго. ₽22. Надо смотреть, чтобы оно не было сильно мягкое. Когда мягкое, оно же в труху. Ну и не сильно жесткое. Ну, внутри оно желтое должно быть. Вполне нормальное. Но, конечно, оно уже старится. Уже ему осталось немного. Киви. Что, по-моему, 60 рублей были. Я не пробовал еще именно эти. Бывают они с вкусом противным. Так, помидоры, какие-то марокканские, наверное, мелкие, 70 рублей, по-моему, 69 стоили. Ну, для зимы, для мелких помидорок это хорошая цена. Дефектов я в них вообще не вижу никаких. Так, вот такой перец, он мятый, как вы видите. Вот еще один. Он такой грязный, что ли? Это грязь. Он был, по-моему, 60 рублей. Для зимы это хорошо, если у него, опять же, вкус не какой-то мега испорченный. Так. Блин. Ё-моё. Сейчас, секунду. Вот, в общем, такой товар. Блин, да я просто смотрю на перец, на вот эту вот какой-то песок прям напрягает меня этот песок. Так вроде нормальный, надо еще попробовать, я на вкус так и не пробовал. Надо все пробовать. Помидорки попробовал. Помидорки нормальные, чуть кислят. Так. Ну, киви везде 100 рублей. Если 60, это, как понимаете, дешевле. Такие помидорки мелкие вообще 200 рублей стоит килограмм. Это хорошо. Перцы рублей 200 стоит зимой. А 60, это зашибись цена. Но опять же, если он не протух внутри, потому что можно бывает открыть, а там какая-то плесень внутри, тогда есть не будешь. То есть смотреть нужно аккуратно, и не должно быть прогнивших пятен внутри. То, что помятое, это не страшно, а вот какое-нибудь гнилье, это конечно плохо. Блин, какой-то песок, что-то сверху, херня какая-то. Блин. Нет, внутри никакой гнили нету. Пахнет нормально. А вот это просто он уже стал разрушаться. Белые по краям. Так.
На этом все. Спасибо за просмотр. Даешь революцию каждый день. Пока, богатыри. Блин, испачкался.